Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будут обзоры вскрытия цилиндра фирмы Martech. Надеюсь, я правильно прочитал. Это перфопрофиль 5-пинка. Открывать его буду с помощью натяжка и клюшки. Так, вскрываем его против часовой стрелки. Хотя, я думаю, что его можно было бы в любую сторону открывать. Особо сложности никакой не должно быть, но там, как говорится, с чем кто не шутит. Так, сбросим. Передавил пин. И мы видим вскрытие этого цилиндра. Давайте мы его сейчас разберем, посмотрим, какие пины. Цилиндр распространен, это производитель турецкий, и он распространен в Турции, в Стамбуле. Когда мы перебирали цилиндры, этих цилиндров было очень много, и мы один взяли для обзора на нашем канале. Так, теперь нам нужно снять стопорное колечко. И давайте попробуем, посмотрим, какие у нас здесь пины. Так, первый пин — бочонок, второй бочонок, третий бочонок, четвертый бочонок, пятый бочонок. 5 бочонков без проточек. Давайте я сейчас их разложу. Все они стандартные. Последовательность не играет значения. И давайте выгрузим кейпины. Вот так вот. Это наши кейпины. И давайте посмотрим с самого начала плах. Такой вот плах. Профиль ключа, 5-пинка, перфопрофиль, Martech, фирма, логотип видим, и 5 луз. Пружинки стальные. Так, давайте я быстренько наведу марафет. И продолжим изучение пинов в более близком масштабе. Так. Обратите внимание на пины. Давайте разверну сразу, чтобы было видно, что плах перфа. Сделаю фото. И обратите внимание, какие у нас идут пины. Обычные кейпины, также обычные. Ну и пружинки стальные. Цилиндр особо сложности никакой не представляет для вскрытия. Поэтому на этом я буду заканчивать это видео. Если
Какие-то вопросы остаются, задаем в комментариях. Всего хорошего.